Я рад приветствовать вас, дорогие друзья. Сегодня 27 мая, и уже по сложившейся традиции мы проводим небольшой обзор тех тем, которые будем изучать в ближайшие выходные. Стоит отметить, что последние две темы вызвали большой интерес среди многих зрителей нашего канала, но я хотел бы сразу же принести извинения за то, что были у нас неполадки со звуком. И та ситуация, которая происходит с этим видео, ну, если честно, я до сих пор не могу ее понять. Вот что происходило. В пятницу вечером, когда мы производили запись, были определенные технические проблемы со звуком. Но уже к началу проповеди все эти проблемы были устранены, и запись проходила в абсолютно нормальном режиме. Но потом от некоторых я услышал, что видео-то мы видим, но звук искаженный, звука практически нет. Мне было непонятно, о чем говорят, потому что я захожу на это же видео, по этой же ссылке, у меня все показывает нормально. Захожу с компьютера, захожу с телефона, и мне важно было понять, а что же не так. И вот буквально в воскресенье вечером я захожу с телефона в очередной раз на это видео, и у меня нету звука. У меня на моем же видео, на которое я еще вчера смотрел с телефона, звука нет. Поэтому, друзья мои, я вам верю, я понимаю, что проблема есть. Мы тут же попытались выгрузить это видео на Facebook. Тут же я его выгрузил как ссылку отдельную на Google Drive. Но, тем не менее, у кого были проблемы со звуком, они так и остаются. Чтобы еще как-то усложнить эту проблему, я попробовал подключить к телефону наушники через Bluetooth, и у меня видео со звуком. Отключаю наушники без звука. Вот такая какая-то мистика происходит с этим видео. Поэтому, что мы решили сделать? Если вы все-таки не смогли просмотреть это видео и хотели бы его увидеть, пожалуйста, дайте нам знать об этом в комментариях к этому видеоролику. Если будут такие люди, которые все-таки не смогли его просмотреть, и вам это было бы интересно, то даже если будет таких 2-3 человека, мы запишем это видео заново. Ну а теперь хотелось бы рассказать, что же мы с вами будем исследовать уже в эти выходные, пятницу и субботу. Мы будем исследовать две важные темы, которые называются очень схожи. Первая тема – чипизация. Уже решено, кто получит начертание зверя. И вторая тема – чипизация, уже решено, кто получит печать Божию. Дело в том, что многие люди, когда говорят о начертании зверя, говорят об этом с какой-то такой мистической точки зрения. Как будто бы это неясно и непонятно, кто же его получит, а кто нет. Но на самом деле Библия нам открывает очень ясно и недвузначно. Библия говорит нам очень конкретно, кто получит начертание зверя. Если вы хотите знать ответ на этот вопрос, пожалуйста, смотрите нас в пятницу вечером в 19:00. Ссылка к этому ролику будет также в описании. Более того, если вы уже зашли в свой аккаунт на YouTube, то перейдя по этой ссылке, вы можете поставить себе напоминание, чтобы когда начнется наш прямой эфир, YouTube напомнит вам о том, что прямая трансляция уже началась. Поэтому хотите вы смотреть в прямой трансляции или, возможно, в записи, чтобы вы имели возможность просмотреть эти две важные темы. Итак, присоединяйтесь к нам, мы будем исследовать Слово Божие вместе. Пускай добрый Господь благословит вас.